Анонс и точно до выхода нового 4-серийного сериала «Рокировка». Премьера нового сериала состоится 12 февраля на телеканале «Россия-1». Сюжет сериала. Во время банкета, устроенного в честь очередной годовщины свадьбы, Полина уличает своего супруга в неверности. Застав Антона за поцелуями со своей бывшей одноклассницей Светой, главная героиня подает на развод. Тяжело переживая предательство мужа, Полина неожиданно находит поддержку и утешение в компании Сергея, мужа разлучницы Светланы. Вскоре у Полины и Сергея начинается роман, который помогает им забыть прошлые отношения. Однако счастье влюбленных длится недолго, так как случайно произошедшая рокировка – лишь начало истории. Впереди всем четверым предстоит пройти долгий путь, который научит их прощать, любить по-настоящему и ценить то, что они имеют. Напомним, премьера нового сериала состоится 12 февраля на телеканале «Россия-1». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.